Научно-технический прогресс двигают не только яйцеголовые академики из Сколково, но и простые парни из пожарной части под Минском. Они хотят выяснить эмпирическим путем, можно ли, используя гидродинамические свойства воды, создать реактивную тягу, способную преодолеть гравитацию. Проще говоря, если к человеку привязать бранспойт и врубить воду, сможет ли он летать или нет. Ну сейчас же что-то будет, дураки. Конечно, смотрится все это пока не очень эстетично. Особенно поза летающего человека. В раскорях он далеко не улетит. Много еще предстоит доработать. Но все равно, это настоящий научно-технический прорыв. Москва. Район станции метро «Молодежная». Ну а кто тут живет? Конечно, сплошная молодежь. Сильные, рослые, стройные парни. Крепкие телом и твердые духом. Такие, как вот этот мускулистый красавец по кличке Сява. Дай бог, у него уже есть дети, мало ли. Что-то можно было себе отморозить.